Вот что с этой собакой? Ладно, раз не бьют, на. Все. Путь закрыт. Мне насрать, как ты принял. I'm Summer with Flame GK. Сегодня у вас, отвечаю, лицо просто порвется, потому что вы просто не ожидаете, во что я буду играть. А, вы же название чекнули. Ура! Майнкрафт рогалик! Сука, меня брат покусал, отвечаю. Ну и как уважающий себя в Майнкрафте, я должен сделать первое дело. Нет, не вырастить дерево там, типа, не построить дом. Я должен создать мир. О! А вот это другое дело. Так, слушай, молодые, прежде чем мы продолжим играть, поставьте лайкос под этим видосом, если вы хотите продолжение Майнкрафта. Это очень смешно, да? Но если вы хотите прям супер нереально много Майнкрафта, можете перейти на канал моего брата, будет ссылка в описании. Там Майнкрафт каждый день, он сумасшедший дебил. Он снимает его каждый день. Так, ну шо, рогалик, что ты мне покажешь сегодня? О, вот и первый лут. Знаете, тут такие звуки прикольные, реально атмосферные. О, так ты все... Красота майнкрафтовская, а? Так, тут какая-то Sandstone Pickaxe, окей. Туда иди. Ну чё, тут миллион всяких интересных модов, постоянно растет какая-то сложность, поэтому первым делом мы не будем делать вот этот Starting House, мы зайдем в квесты. А по квестам забейте, тут какие-то ветки вообще нереальные, я не знаю, что делать. Хотя нет, знаю, нужно вот этот, забрать приз. Ага, нихрена себе, то есть мы сейчас будем выбирать класс себе. Хочу класс себе... Warrior, я буду этим, разбийником. Выйди отсюда. Опа, здорово. Ни хрена себе вот это голод восстанавливает вещь. Я это, конечно, хавать сейчас не буду, но спасибо. Поднять щиты. Эй, а шлем где? Мне шлем забыли дать. Гайды. Спасибо. Да. Боевой меч, как у любого рыцаря, должен быть. Так, слышишь, клон, мне что-то это не нравится. Может быть... О, у меня же собака будет. О, здорово, док. Так, у тебя вроде палка это. Новое имя. Егорк. Чё, Егорчик, идем? Путешествие. Шакал, а? Давайте мы что-то прокачаем. Low you ride, you dog. Опа. Wolf Mount, мы будем на Егорчике кататься. Все, Егорчик прокачал. О, текстуру надо сделать. О, Егорчик чисто овчаркой будет. Вот это нормально. Так, братишка, хочешь похавать? Может, яблоко похавать? Не, он яблоко точно не хочет. Так, Егорчик, как на тебя залезть? И как на тебя сесть, ё-моё? Ладно, Егорчик просто за нами идет, брат. Пойдем. О, ни хрена себе. Ты куда пошел? Сюда, Егорчик. Так, ладно, здесь мы точно не будем разбивать всю стартовый дом. Нам сначала нужно ответ от вот этих вот коров. Егорчик, пой! Пас! Пас! Найс! Короче, у меня Егорчик просто сумасшедший, я вам скажу. Реально лев. Загрыз просто всех коров. Так, ладно. Опа, ни хрена себе. А ну, пойдем исследовать. О, еще это... Сколько всего тут? Найс. Ладно, наше путешествие будет нереально сложным, Егорчик, поэтому нам нужно много всего найти, много с собой сегодня взять. А самое главное исследовать. Да он сумасшедший. Так, кто-нибудь есть в этой крепости? Это Дмитрий Масленников. Здесь кто-нибудь есть? Вроде ничего интересного даже. Да ладно, это просто какая-то заброшенная херня. О, печка. Вот это я заберу себе. Ну и там сверху... А, ладно, пофиг на этот верстак. Пойдем отсюда. Так, на пути у нас какая-то херня, я не знаю, постройка сумасшедшая. Пойдем исследовать. О, здорово. А что ты черный? Извини, уже никакой. Так, ладно, короче, медлить точно нельзя, потому что у нас сложность увеличивается, нужно как можно быстрее все прокачивать. Крафтинг тейбл, да, изи сейчас, смотри. Приколя сделаем. Опа, да фак. А ну давай весь, все дерево. Во, другое дело. Че, видал? Ни хрена. Че, это бамбук я не могу? Ну-ка. Бамбук сейчас отведаем, тут какая-нибудь панда должна быть. Накормим, так сказать. Так, слушайте, место, конечно, очень классно, оно такое прям ровное. Здесь можно и стартовый дом разместить, но что-то, мне кажется, мы найдем что-то покруче. Вот здесь, мне кажется, будет наша первая опасность. А ну, сверху кто-нибудь есть? Опять ничего. Может быть, снизу? А здесь, мне кажется, уже будет. Надо посветлее сделать. Так. Ё-моё, так это реально данж какой-то. О, тортик, не, ну конечно, халявный тортик, халявную еду вижу, сразу пойду хавать. Так, здравствуйте, я отведаю. Я, по-моему, что-то особо не хочу отведать. Не-не-не-не, ладно, я не хочу ответить. Все, пойдем вас потом. Вернемся мы как-нибудь. Да, попозже. Ты куда пошел? Куда? Егорчик! Фу! Да идем сюда! Да. Ладно. Хорошо. Файт так файт. Сюда иди тогда. Давай наваляем этому скелетону. Алло, давай. Опа. Да я вайрер, мне насрать. Куда? Да он смотри, зачем мне собака? Если она не помогает, просто. Алло, Егорчик! Че я сделаю? Ты че, дурак? Ему реально насрать. Ну все, скелеты сильнее разберутся друг с другом, чем Егорчик с ними. За мной! Не собака, а мышь какая-то. Дай, сука, только... Я заходил, было светло, уже ночь. Гребаное задание не останется, пока wooden planks гребаное не сделаю. О, так. Вот это вот я не хочу... Не-не-не-не-не, давай дос... Все, Егорчик, приплыли. Короче, я так понял, нужно своего туза выкатывать. Опа,
Так. Мой дом будет красивый, самое главное, приятный, такой вот я буду хоббитом. Опа, давай. О, все, красота, домой давай. Давай, заходи, заходи, Егорчик. Все, закрыли. Так, ну. О, так кто-то вообще уже кто-то пожил нормально, кто-то уже подготовил все для меня. Спасибо. Все, не насрать, я пошел спать. Доброе утро, мир. Сегодня мы отправимся умирать. Потому что с такой собакой, это, знаете, это вообще забейте. Я, конечно, пока в данже был, пару печек украл, поэтому три печки будет самое то. Хавки просто нереальное количество. Вот это самое я, наверное, на потом оставлю, потому что это бомбезное какой-то roast beef skiver. Не знаю, звучит как что-то вкусное. Pullback, это мне, походу, со скелетона выпало. Это что там выпадет? Кирка и неймтег. Это нафиг не нужно. Так, весь мусор складываем. С самого начала лучше это делать, потому что потом уже будет проблематично все это складывать. Так с собой заберу, чтобы горщика с собой зазывать. Да и давайте сделаем самый главный, самый стартовый квест. Верстак! А у нас уже есть, да и пофиг. Блин, слушайте, а тут такие квесты, знаете? У меня как бы все есть уже, но все равно надо это как-то делать. Да базару нет. Серьезно, палки верстак. Изи, крафтинг пад, готов. Что там дальше? Коблстоуна есть, кирку на изи. Хоп, раскладываем. И что это там можно было скрафтить? Кого это? А, мне это пока точно не нужно. Так, ладно, мне нужно было камену сделать, но... Не понял сейчас. Алло, а как делать камену? Ах, ух, смотрите, какие хитрожопые, а? Это нужно переплавить все. Вечно все усложняют. Понял. С переплавкой никаких проблем нет. Камон. Да вообще изи, как будто у меня не было даже каменной кирочки. Вообще как, не знаю, щелкаю на изи. О, монеты для чего-то тут даются. А, нихрена себе, тут магазин есть даже. О, вот это лутбокс, ну на, отлично. Донаты есть, куда донатить? А тут есть скины какие-нибудь классные, чтобы я этот, по приколу Fall Dance танцевал и так далее. Конечно, ладно, пока мы будем коины копить, Егорчик пусть сидит здесь. Мне кажется, этот балласт пусть лучше сидит дома, чем будет со мной в шахте гулять. Так, я еще нашел еще одно язычное задание, это сундучок, да тоже есть. Блин, все есть, просто изи. Забираю данную мадемуазель. Опа, плюс 20, изи. Так, вот эти крафты какие-то. Извините, я вот это вот ваши приколы не понимаю, но это крафтить я пока точно желания никакого не имею. Че, Бармалей, пойдем? Или ты как всегда будешь рядом просто ходить и ничего не делать? Пойдем в шахту. Ух, ни хрена себе, мы быстро спускаемся. Так, стоять. Вот это вот что-то мне особо не нравится. Это специально сделано или тут где-то... Танш? Лол, найс лут. Чего? В смысле пигмены? В смысле пигмены? До свидания. Не-не-не, до свидания. Егорчик, нужно искать новый дом. Ладно. Пацаны. Чего? Ни хрена себе. Так, что-то мне кажется, мы немного не туда попали. Это... Там житель. Так, житель я спасу, это мой брат, не трогать. Житель! Эй, тихо. Что это за босс? Да, вот, ему насрать. Он не боится ничего, он просто будет как арбитр рядом ходить. Егор, блин, тихо. Олегчик, подождите, я просто посмотрю на вас. Он бьет меня, что? Ты что не бьешь, сука? Вот это за... Да под... А подожди, куда? Нет, Егорчик! Вот что с этой собакой? Ладно, раз не бьют, на... все. Путь закрыт. Не насрать, как ты принял. Ладно, я не могу не впустить его. Заходи. Давай, иди сюда. Егорчик, да нам плохо сейчас будет. За... Сюда! Все, другого Дэла. Егорчик. Да? Них. Ты что, сумасшедший? А что я так не умею? А, зато я умею вот так. А, ну ни хрена себе. Я, оказывается, как черт могу по лестницам этим подниматься. Ладно, меня, anyway, лучше ждет открытый мир, чем вот этот вот опасный данж. Мне точно рано туда идти. Что я могу здесь... О, я пойду вот... В эту крепости мы были или нет? Я не знаю, но пойдем проведаем. Вот это вот что-то мне не особо нравится. Мне кажется, тут что-то... Фейерверки? То есть, а может быть, где-то можно это все включить? Я хочу включить фейерверки. Hello, castle. Сегодня мы прочекаем, что у тебя тут интересного есть. Опа. Здорово. Опять темно. Ку-ку, пацаны. Опа, вот и первый лут подъехал, а у меня новые уже боты есть. Так, я надеюсь, тут никто не меня не будет фигачить просто так. Да откуда ты взялся? Ай-яй-яй, ну вот посмотрите, ну как вот с этой собакой, что мне делать? Она просто, она бесполезная. Кормить даже не буду. Ладно, может покормить? Да. Я не могу, нет. Ее точно надо оставить дома. Со звуком какая-то реально... О, так вот откуда эти чертилоды поднимаются. Все, ББ. Так, ладно, не просто так-то сундучок. Ну-ка, ладно. Опа, новая обновочка. Опа, и это забираем. Все, короче, супер, я доволен лутом. Них... Вот это супер обновочка. Вот это найс. First Diamond. А куда это? Вот это. Может быть, мне карта понадобится.
И шлем возьму. А, у меня два шлема. Кину-ка я на зрак. Что мы надеваем? Fire protection. Вот это. Я буду удачливый. Ну чё, зомби и скелетоны? Ну и криперы там, может быть, тоже. Вы готовы видеть нереально обмундированного теперь вообще вот супер классного чувака, который у вас полутал немного дан? Я про Егорчика сейчас, естественно, не про себя. Потому что они наверху там спрятались, наверное, где-то. Пацаны, шагали, а их больше нету. О, не зря поднялись. Ну найс, просто себе, вот супер одежду. Вот нафига мне дали вайрер, если я сам нахожу себе классный шмот? Пояснять не буду, но знаете, он просто классный. Слушай, блин, мы совсем чуть-чуть были, а уже ночь опять. Фак, домой! Да как ты заспамнился? О, зато я могу поджигать, ну еще ты пёрто сделаешь, бармалей, а? Чёрт, понимаешь, ты тут не просто так заспамился, ты заспамился именно для того, чтобы сдохнуть. Так, на свой дом, конечно, я за километр вижу, поэтому меточку все равно оставить надо. Так, все, денечек тут, можно, в принципе, и меточку сделать. Оу, красная будет, чтобы точно видел сдалека. Ты, в принципе, слишком что-то насыщенное, да, для первого раза? Но, anyway, чуваки, я буду на этом немножечко закругляться. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. Сумасшедший, если до конца досмотрели. Продолжение этого охренительного геймплея зависит только от ваших лайков, от ваших комментариев. С братом я снимать не буду, даже не просите. Можете у него посмотреть ролики, он сам снимает, пофиг. Я буду сам снимать свой летсплей, меня покруче будет. Поэтому, если хотите продолжение, пишите обязательно в комментариях. Если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал. Буду также рад, если вы поделитесь этим роликом со своими друзьями. Смотрите, вот типа, черт играет в Майнкрафт. Ладно, anyway, будем закругляться. Спасибо еще раз за просмотр, с вами был FlyGK. Всем удачи, всем пока.